Правило, извлекаемое из следующих двух байтов. Сказано у нас: «Ва укирру биль мизани валь хауди ллази арджу би анни минху риян анхалю, ва каза сирату юмадду фаука джаханнамин, фа мусаллам наджин ва ахару мухмалю». Мы ведь их разобрали, доводы же привели на сират, на мизан, на хауд. Так ведь? Правило, которое извлекается, это у нас 32-е правило. Аль-иману биль-гайб, мабниюн аля-таслим. Мы уже об этом говорили, но просто как правило отдельно не выделили. Выделяем. Аль-иману биль-гайби, мабниюн аля-таслим. Абасар, уктуб биль-араби, я потом исправлюсь. Аль-иману биль-гайби, мабниюн аля-таслими. Вера вскрытая. Скрытая — это то, что мы не видим сейчас, не видели. А то, что было сообщено нам от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от Всевышнего Аллаха и от пророка. Как, допустим, вот все, что было вот в этих байтах. Мизан, хаут, сират. Мы ведь этого еще не видели, но во все это верим. Это из веры вскрытая. Все это зиждется на предании. То есть вера вскрытая построена на таслиме. Построена на просто лишь вере, на предание, предались. Помните, мы говорили, от Всевышнего Аллаха послание, от пророка донесение, а на нас предание, таслим, предаться этому и все. Это мы должны учитывать. То есть предаться означает не спрашивать как, каким образом и так далее, не заходить в те вопросы, на которые нет знания, не представлять, каким это будет и так далее и тому подобное. Не пытаться разумом постичь это, нет. Если этот вопрос касается того, что нам было сообщено, но мы это не видели, то есть то, что называют гайбият, то аль-иману биль гайб, знай, брат, аль-иману биль гайб мабниюн аля-таслим. Просто нужно предаться. 33-е правило. Ла нукайифу аль-гайбияти. Аллати лам ярид васфуха биль китаби вассунна. Ла нукайифу аль-гайбияту аллати лам ярид васфуха биль китаби вассунна. Мы не придаем конкретного образа скрытым вещам. Мы сказали, что значит скрытые вещи. Описание которых не сообщается в Коране и в Сунне. То есть, если сказано в Коране, что будет сират, если нету описания этого сирата, мы не говорим, что он будет такой и так далее. Однако описание сирата приходит или нет? Будет тоньше волоса, острей меча. Все это в хадисах сообщается, так ведь? Кто-то скажет: «Субханаллах, о чем ты говоришь? Если он будет тоньше волоса, как люди по нему смогут пройти? Если он будет острей меча, они же просто порежутся и все». Он говорит: «Брат, это все ильм-ль-гайб, это все из скрытого. Не знаю, как пройдут и так далее. Ля ну кейфу». Мы не спрашиваем относительно этих скрытых вещей, мы не спрашиваем, как это произойдет, какими они будут, если не сообщено об этом в Коране и Сунне. Какие будут сообщено, говорим. Каким образом? Не знаем. Аллаху тааля аля. И что я должен делать теперь? Предаться. Предыдущее правило. Посмотри, что ты должен делать. Предаться. Аль-иману биль-гайб мабниюн аля-таслим. Все, предайся и все, брат мой. И не спрашивай, как. То есть, если не сказано, это не сказано не потому, что мы сами должны от себя придумать что-то. Как бывают же задания, там, многоточие поставили, дальше ты сам составь. Или чуть-чуть начали тебе разукрашивать разукрашку, дальше ты понял примерно, какие цвета где, дальше сам да разукрашивай. Не так. Это Коран и Сунна, брат, это не разукрашка. Это не игрушки. Если в Коране и Сунне о чем-то сообщено, говори. О каких-то именах и атрибутах сказано, мы их подтверждаем, утверждаем. О других именах просто наши какие-то умозаключения, логические выводы нет.
аль-асма ва сифат тауқифия. Ла нукайифу аль-гайбият, аллати лам ярид васфуха фил китаби ва сунна. Если какие-то вещи, или водоем то же самое, или то же самое, скажем, о весах и так далее. На, ля маджалля личтихат? Да, да, да. Ичтихат не проявляем здесь. Прояви ичтихат заучивание Курана и Сунны. Вот. А здесь ичтихата не надо проявлять. И то же самое правило, просто может быть немножко другими словами сказано, 34-е. То же самое я имею в виду, о нем мы уже также говорили. Ла мадхаля лиль-акль фил гальбият. Ла мадхаля лиль-акль фил гайбият. В вопросах скрытого, нет места разуму. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, допустим, в хадисе Аль-Бара ибн Азиба о том, что когда человек умирает, приходят к нему два ангела и так далее, каждый из вас знает этот хадис, потом в могиле задаются ему вопросы, и сжимается его могила. Могила неверующего сжимается так, что ребра в ребра входят. Могила же праведного человека, наоборот, расширяется. Так что он получает наслаждение в ней и так далее. Могила неверующего заполняется огнем. Бывало такое, что, допустим, после захоронения людей снова их что? Раскапывали. Бывало или нет? Бывало. И они находились в том же виде, в котором их закапывали. Указывает ли это на то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе солгал? Нет, конечно же, не указывает никак. Они говорят, а как тогда? Там бы все сгоревшим должно же быть. Его ребра в ребра же должны были бы войти. Или наоборот, мы должны были увидеть, как он там, когда мы раскрыли это, как он наслаждение получает и так далее. Или, допустим, люди какие-то, кто-то просто сгорел. Вот просто сгорел или взорвался на кусочки. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля хранит и убережет всех. Ничего от него не осталось. Как? Там ни ребер, ничего. Остались от козлика рожки до ножки. Ничего там не осталось вообще. Как тогда это все будет? Мы не задаем вопроса «как?». «Ля нукейфуль гайбият». Понимаете, да, о чем я? Многие люди могут задать вопрос. Сказать, а как это будет, если оно вот так? Мы говорим, ты сейчас, брат, сравниваешь то, в чем ты живешь, вот эту дунью, сравниваешь со скрытым, со следующим миром. Это абсолютно другая, что? Другое измерение, если так можно сказать. Это не то, брат. Там мы не знаем. У нас здесь нет места для разума. Нет места для логики. И так далее. «Ля мадхаля лиль-акль фил гайбият». Он говорит, я вот этого не понимаю. Вообще, вот мой разум, это моему разуму непостижимо. Я говорю, ну, а для твоего разума места нет? В том, что скрытое сообщено, там и места твоему разуму нет. Можешь не лезть туда, места не будет. Все места заняты, аншлаг. Все. Хадисами и аятами. 35-е правило. Очень важное правило, на нем, иншаллах, завершим. Автор сказал, «Фамусаллямун наджин, ва ахару мухмалю». Будет шакий, будет саид, будет счастливый, будет несчастный. Счастливый зайдет в рай, несчастный зайдет в огонь. И отцарапав человек, который будет только лишь отцарапан, мы сказали, он спасся. Другой же будет в огонь. Если человек не совершал, во-первых, оставил единобожие, направился в сторону ширка, воздаянием будет огонь. Единобожник же, следующий сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто старался на его пути, воздаянием будет рай. И так всегда правило. Аль-джаза мин джинсиль амаль. Аль-джаза мин джинсиль амаль. Воздаяние из рода деяния. Вот то, что ты совершил, или как это говорят? Как аукнулось, так и как там? Что посеешь, то и пожнешь. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Так? Аль-джаза мин джинсиль амаль. Или по-другому арабская поговорка есть. Кама тадину тудан. Как ты ведешь взаимоотношения, так и с тобой. Аллах вот так делает. Вот как ты к людям относишься, так и люди к тебе будут относиться. Как ты с кем-то поступил, знай, брат, Аллах так же с тобой потом поступит. Поэтому прежде чем зульм кому-то сделать, а зульму зульмат яум аль-кияма, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, зульм, несправедливость, обернется теменем в судный день для тебя. Поэтому прежде чем, во-первых, то есть как в этой дуне, знай, что тебя, скорее всего, ждет
такое же наказание, как ты поступил с человеком. Так же и в судный день это обернется теменем и мраком для тебя. Это несправедливость. Если же ты к людям помогаешь людям, стараешься как-то им помочь, знай, Аллах тебе будет помогать. Аль-джаза мин джинсиль амаль. Как ты себя ведешь, так и с тобой будут себя вести. Поэтому шейх и сказал, брат Шамиль, فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ كَالْبَرْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. Поэтому, когда мы говорили про сирот, тот, кто шел по этому прямому пути, по этому сироту, жизненному пути, по сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, конечно же, он больше заслуживает того, чтобы пройти по пути моста, который будет возведен подобно молнии или подобно мгновению ока, быстро проскочить через него. Почему правило? Аль-джазау мин джинси аль-амаль. Аль-джазау мин джинси аль-амаль. Повторим. Давайте быстренько пробежимся. Абу Ибрахим. С 25-го. Погромче. Наам. نعم. للأمم الكافرة. نعم واصل. الإيمان بالرؤية حق ونفيها بدعة. نعم. الكلام في الصفات كالكلام في الذات. نعم. الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر. نعم. الصفات تنقسم إلى الدين إلى الذاتية والفعلية. نعم. الإيمان بالغيب مبني على التسليم. اها. Нам на русском кто-нибудь сможет также быстро прочитать, быстро что-то дофат даль сайдмаль? 25-е. Порицание заблудших людей по праву и среди людей. Чуть громче, брат. Порицание заблудших людей по праву и среди людей. Угу. Не собирается на введение исследования Корана и Сунни в передатчиках. Угу. Мы не можем собрать следование Корана и Сунни и следование бидаатам. Бидаат и Сунна не собираются вместе. Основа большинства языков взяты у неверующих. Да. Вера в лице зрения истина, а отрицание бидаат. Да. Разговор о некоторых качествах, как разговор об остальных. Да. 29-е, да. Нет, это 29-е. Разговор о качествах, как разговор о сущности. Это 29-е правило. 30-е. Разговор о некоторых качествах, как разговор об остальных. Это 30-е. Атрибуты Аллаха делятся на два. 30. Атрибуты сущности. 31-е. Вера скрытых зиждется на признании. На чем? Нет, не на... На предание, да. Предаться, то есть, надо. А мы не придаем конкретного образа скрытым вещам, описание которых не пришло в Коране и Сунне. Да. А в вопросах скрытого нет места для разума. На, мы 35-е правило. Воздаяние же за... следует за деяние. Воздаяние из рода деяния. Воздаяние из рода деяния. Вот так можете записать. На. Остается у нас около 5 правил. То есть это у нас арбаин. Некий арбаин из правил. Из лямии. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك